Антибиотики, возбудители серьезных болезней и пестициды. Такой набор можно получить на обед, если купить рыбу в непроверенном месте у поставщиков без документов. Чтобы подобная продукция не попадала на стол жителям Чувашии, Россельхознадзор регулярно проводит проверки. В этот раз очередь дошла до коллективного фермерского хозяйства в Батыревском районе. Какая гадость, какая гадость эта ваша заливная рыба. Почему не удалось новогоднее блюдо? Из-за кулинарных способностей хозяйки или качества самой рыбы история умалчивает. Однако чаще всего опасный продукт никак не определить на вкус. Так, тринбалон, который нередко специалисты обнаруживают в рыбе, мощный анаболический стероид. Эстрадиол – женский половой гормон, тетрациклин – антибиотик. Перечень вредных веществ, на которые специалисты проверяют рыбу, можно продолжать. Еще одно частое нарушение при выращивании рыбы – использование в качестве корма отходов жизнедеятельности скота. Впрочем, как утверждают специалисты Россельхознадзора, чувашские производители этим, как правило, не грешат. У нас в республике около 20 рыбных хозяйств. Мы ежегодно стараемся попасть в эти хозяйства и отбирать пробы. Пробы мы отправляем в Москву, в федеральное учреждение «Нацрыбезопасность». В этот раз специалисты берут пробы в коллективном фермерском хозяйстве Батыревского района. Рыбу здесь выращивают уже 5 лет. В открытых прудах – осетровые и карповые, форель, белуга, щука, сом, в бассейне – стерлядь. У нас натуральная только корма, то есть свое, там мясо, субпродукты. Качество вообще дезинфекции воды проводится ежемесячно. Мы проводим это в своей лаборатории, которая находится в Батыревском районе, в санэпидемстанции. Отобранные пробы проверят в Москве на гормоны, антибиотики, пестициды, радионуклиды и паразитов. Результаты будут известны через месяц.